приветствуем вас в игре от компании EA Sports FIFA 2007. Впервые у этой игры появился официальный российский голос. Это голоса комментаторов Василия Уткина и Василия Соловьева. Не перепутайте. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю... Какая красота! Вот классный гол! Я впечатлен! Как приятно, когда игрок одинаково хорошо пользуется обеими ногами. Впечатляющий гол. Этот футболист большой талант. Боровский. Куарежма. Короткий, резкий удар. Первый угловой у нас сегодня. Удар головой, мяч уходит в сторону от ворот. Болельщики, конечно, ждут мячей, но не на трибуне же. Славный удар головой. И пауза в игре. Команда не торопится развивать свою атаку. Хорошее продолжение. Это Балак. Боровский. Сильнейший дальний удар. Вратарь не прервал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. И теперь вперед. Принкс. И он штрафной. Это отразил удар. Сбрасывает мяч вратарь. Это Роналду. Тиаго. Защитник не рассчитал, подкат был выполнен недостаточно четко. Принкс. Прекрасный дриблинг. Славно. Низкий, сильный, точный удар и гол гарантирован. Голкиперы такие удары ненавидят. Криштиану Роналду получает мяч. Тиаго. Дальний удар. Мяч идет в сторону. Хорошо бы было, конечно, поймать этот мяч, но... Куарежма. Это риск, но он оправдан. Не повезло игроку. Плохое говорить не хочется, а хорошего не могу придумать. Вратарь выбил мяч от ворот. Метцельдер. Лам. Отлично. Он получает мяч. Нужно опередить голкипера. Конечно же, стандартные положения очень часто влияют на общий исход игры. Эта нехитрая истина сегодня подтверждается. Всегда существует вероятность гола со штрафного удара. Вот мяч уходит за пределы поля, удар от ворот. Лам. Принкс. Фридрих. Клозе. Он бросился. Штрафной удар.
Команда опять получает мяч. Дальний удар. Опасно. Да, еще немного, и атака была бы уже необратимой. Фридрих. Быстро сыграно. Удачный пас в глубину поля. Лам. Лазер. Это гол. Думаю, это не последний гол за игру. Счет становится 3-1. Но тут была большая свобода действий. Можно было отправить мяч и в верхний угол ворот, но в нижний угол как-то понадежнее будет. Такое впечатление, что матч можно уже закрыть. Мяч все. Оставшееся в первом тайме время, да и во втором, команде придется очень сильно постараться, чтобы мы не заскучали. С победителем-то все ясно, и на что будем смотреть? Атакующая команда совершила быстрый прорыв и гол. Деко. Оборона с честью вышла из трудного положения. Нуну Валенте. А вот и пас. Ну и что же, гол теперь, да? Удавай, удавай. Вратарь отбил этот мяч, но, возможно, он еще не последний. Продолжается атака. Деко. Он просто обязан был сделать это. Куарежма. Замечательно сыграл. Мяч уходит за боковую. Сейчас будет брошен аут. Деко. Лам. Они выигрывают мяч. Какая возможность? Фридрих. Наверное, сейчас будет гол. Отважный защитник. Игрок нарушил правила. Карвальо. Защитники берут числом. С мячом Балок. Ну, один удар, давай же. Мяч отбить, однако игра продолжается. Хороший удар. Мяч вброшен в игру. Пас, хорошо. Надо показывать карточку. Игрок явно нарушил правила. Никаких разговоров. Какая-то бессмысленная атака. Судья показывает игроку желтую карточку. Прекрасная игра вратаря. Мяч уходит в сторону. Пришлось вратарю постараться, чтобы отразить этот мяч, но угроза еще не миновала, потому что сейчас будет угловой. Похоже, игрок растерялся. Мяч летит мимо ворот. Толковый удар по воротам. Умеет приложиться к мячу. Но немного мимо сейчас. Куарежма. Тиаго. Искусный пас. Что решает судья? Так, штрафной удар. Боровский. Чем дальше, тем больше. Это игра в одни ворота. 5-1. Какой сильный, какой точный удар в верхний угол ворот.
Остановить такой мяч просто невозможно. И этот гол тому подтверждение. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Защитник спасает положение. Сможет ли он забить? Вратарь отбил мяч. Мяч в игре. И еще один гол. Ответственность за пропущенный мяч лежит только на нем. Голкипер занял крайне неудачное положение в воротах. И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить. Хорошо. Вся команда в атаке. Теперь только вратарь перед ним. Голкипер вбрасывает мяч в игру. Он выходит к воротам. Тиаго. Куарежма. Судья показывает, ничего не было. Как высоко начинает прессинг эта команда. И вот они, плоды, мяч у них. Превосходный шанс. Уже мокрый от пота голкипер не может перевести дыхание, потому что ему приходится отбиваться от такого количества атак. Вратарь бросает мяч вперед. Очень неуклюже. Это несуразная борьба за мяч. Судья мог бы карточку показать. Футболист бьет головой. Хороший удар. Нуну Валенте. Куарежма. Сейчас главное быстро принять решение. Деко. Ну надо забивать. Мяч отлетает от удара. Боровский. Резкий пас. Красиво сыграно, но результата от этих ударов пока нет. Роналду. Клозе. Только пробить осталось. Мне кажется, можно было не получше пробить. С одной стороны, кажется, что неудачно. А с другой, посмотрите. Игрок-то сделал все, что мог. Просто защитники навалились и не дали забить. Нуну Валенте. Хорошая передача на половину соперников. Он играл слишком открыто и самонадеянно. Боровский. Это Роналду. Куарежма. Самое сложное сейчас точно рассчитать подачу. И вот угловой. Надо собраться. Мигел. Удар. Защитник бросается под мяч. Мигел. Мяч на фланге. Можно подавать. Стеной стоят защитники и вряд ли позволят атаке закончиться голом. Очень трудная ситуация. И он отбирает мяч у нападающего. Мигел. Деко. Очень жесткий эпизод, однако рефери не усмотрел нарушения. Ну, бей же! Удар получился классным, очень мощным, но вратарь взял этот мяч. И они получают право на угловой удар. Очень техничная игра головой. Боровский. Он знал. Судья не остановил игру. Лозе. Да, вот это я понимаю пас. Что они предпримут теперь? Нужно забивать. Мяч в игре. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера.
Деко. Принкс. Деко. Удар в защитной груди принимает мяч. Интересно, получится ли у команды реализовать этот угловой удар. И еще угловой. Еще один шанс. Какая небрежность. Балак. Отличная комбинация. Тиаго. Кажется, судья собирается достать карточку и показать ее футболисту. Безответственный подкат. Так можно покалечить соперника. Атака сзади. Арбитр показывает красную карточку. Не надо было этому футболисту действовать так агрессивно. Его команда и так впереди. Арбитр показывает. Продолжайте, продолжайте. Нет свистка. Можно играть. Мимо. Очень толково сыграли защитники. Развернуться ему не дали, и, конечно, пробить из выгодного положения не было шанса. Отличный удар головой. И Роналдо с мячом. Да, повезло, но без везения в футболе никуда. Защита действует прекрасно. Лам. Принкс. Лам. Боровский. Принкс. Грубая игра. Очень опасный отбор мяча. Похоже, сейчас игроку покажет горчишник. Неудивительно, что арбитр достает желтую карточку. Это было грубо. Ну что ж, кажется, обошлось без травм. Но за такую агрессивную игру можно получить не только желтый. Грубая борьба на поле. Команды сегодня что-то загадочное происходит. Деко. Игрок бьет издали. Это даже не просто. Это очень просто для вратаря. Правильно выбранная позиция в воротах – это залог успешной игры и контроля над ситуацией. Это не состязание. Думаю, болельщики проигравших пожалели.